Дружина выходного дня создана, чтобы усилить охрану общественного порядка в субботу и в воскресенье. В нее входят представители казачьих обществ «Адлеры» и «Хосты». Особенно в их помощи город нуждается, когда на курорте проходят крупные мероприятия. В этом случае казаки оказывают существенную поддержку правоохранительным органам. На период экономического форума выставляем 20 человек только на Эмеретинской набережной, которые будут осуществлять охрану общественного порядка, нести патрулирование, ограничивать движение электрической техники по набережной. К дружине выходного дня присоединились женщины-казачки. Все они воспитатели детского сада 83 казачьей направленности. В будни воспитывают казачат, а в выходные патрулируют Эмеретинскую набережную. У такой дружинницы не забалуешь, как у классика. Коня на скаку остановят, в горящую избу войдет. И когда происходят какие-то нарушения, мы можем очень технично человеку и настроение не испортить, и в то же время пресечь это нарушение. Вот, например, мчится по набережной электросамокат. Но здесь, на тротуарах, пешеходных и велосипедных дорожках, ими пользоваться запрещено. Есть знаки, ограничивающие движение электрических и механических транспортных средств. Казачки тут же наводят порядок, говорят, что все с пониманием относятся к их просьбам. Когда мы гуляем, видим женщин в форме. Конечно, это удивляет. У нас это не часто увидишь, но приятно, хочется улыбнуться. В минувший летний сезон хостинские казаки спасли тонувшего в море человека. Нередко при их помощи раскрываются преступления. В целом в Сочи охрану общественного порядка несут 500 казаков. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.